По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова силами подрядной организации ведутся работы по обустройству проекционного пешеходного перехода. В текущем году на территории городского округа Красногорск на автомобильных дорогах и регионального и местного значения обустроено 36 подобных пешеходных переходов. Сейчас мы находимся вблизи образовательного учреждения, это колледж, куда ежедневно идут наши учащиеся, наши студенты. Данные мероприятия направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения в связи с тем, что световую разметку видно заблаговременно. Соответственно, у водителя будет возможность сориентироваться и принять меры по торможению. Световой пешеходный переход дублирует существующую дорожную разметку, к которой мы привыкли. Дублирует он ее в темное время суток. Соответственно, в любую непогоду, в снег и в дождь видно пешеходный переход, видно пешеходов. Тем самым мы обеспечиваем уровень безопасности дорожного движения. В текущем году только на муниципальных дорогах обустроено уже 20 пешеходных переходов. Мосавтодор на региональных, также вблизи детских образовательных учреждений, обустроил 16 пешеходных переходов. Эту деятельность мы из года в год ведем. Планомерно каждый год мы обустраиваем пешеходные переходы с подсветкой. Мы напоминаем пешеходам о том, что необходимо в осенне-зимний период, в период, когда сокращается световой день, применять на одежде световозвращающие элементы. Это могут быть брелки, нашивки, браслеты. Данные мероприятия позволят стать более заметными на дороге. Всем водителям хочется также напомнить о недопустимости превышения скоростного режима, о заблаговременном торможении вблизи детских образовательных учреждений и о внимательности на дороге.